Это говорится, что как только мы рождаемся в этом мире, мы попадаем в какую-то страну к родителям, рождаемся у родителей, потом в школу поступаем. И мы попадаем в долг перед своими родителями, перед страной, перед учителями в школе, потому что для нас уже все было готово, долги образовывались, карма. Если говорить о других вещах, то так много долгов, и карма очень такой сложный закон. И в прошлом, когда люди следовали в ведической культуре, они знали все эти тонкости, вся культура следовала именно этому принципу – освободиться от долгов, очиститься, освободиться. Это и было лично. Эти все обряды, религии, йоги, аскезы, покаяние, исполнение обязанностей, варнашмадхармы, семейных, других. Люди безупречно следовали, потому что знали, нужно отдать долг. Все были счастливы исполнением долга, обязанностей. Сейчас это невозможно, у нас не хватит такого интеллекта, чтобы распутать вот эту сложную карму, потому что мы живем неупорядоченно. Сейчас очень серьезные ошибки можно совершить уже в юности даже. Чтобы иметь такие отношения, чтобы потом всю жизнь обращили. Поэтому веды говорят, что есть прямой путь. Есть сложный путь ведических знаний, трудный, многообрядовый такой системы, сейчас непостижимый. Но есть прямой путь, это просто служить Богу. Если у вас есть водоем, большой водоем воды, океан, то вам больше не нужно думать о прудах, озерах и ручьях. Автоматически вы имеете все. Вы отдаете так, долги мудрецам и родителям, и своей нации, и своему народу, и вы любовь повсюду распространяете, потому что вы любите Бога. Тогда вы любите все, все живые существа. Так вы все долги рассчитываете.